Так, ребята, это у нас Mitsubishi приехал, значит, с коробкой в багажнике. Вообще особый случай. Владелец говорит, пригнал машину в сервис, потом понял, что, ну, что-то подвох. Говорит, звоню, ребят, не снимайте коробку, я приеду, машину заберу. Приехал, а коробка уже в багажнике. Ну, успел, короче, вот коробка в багажнике. Мы ее уже перебрали. Вот она уже готовая. А здесь, смотри, стандартные проблемы. Да, здесь у нас абсолютно стандартные проблемы. Разлетелись шарики. Конус заклинил. То есть это неизбежная проблема всех 11 вариаторов. Рано или поздно это все произойдет. И давайте покажем, что к чему приводит. Вот, то есть последствия этих разбитых шариков. Смотри. Так, опа. Отверточка. Вот сюда вот лезу. Смотрите. Оп. Видите? Вот здесь зазубрины. То есть это задиры. То есть вот этот клапан, просто доставали реально плоскогубцем. Видите, он аж прям колом. Но агрегат же не перебирался до этого. Нет. Да. То есть агрегат не перебирался, это вот его заводские проблемы.